послевоенные годы небо Финляндии охраняли самолеты шведского и советского производства. Иногда они это делали одновременно. Финляндия долгое время покупала оружие у своих ближайших соседей. Но времена меняются. Сегодня у страны Санта-Клауса появился новый поставщик. История ВВС Финляндии началась в 1918 году, когда шведский граф Эрик фон Розен подарил этой стране первый боевой самолет. На его крыльях были нанесены большие голубые свастики, но ничего общего с нацизмом они не имели. Это были всего лишь личные эмблемы самого шведского графа. Благодарное правительство Финляндии решило присвоить эти личные эмблемы своим ВВС. И они оставались таковыми до 1945 года. Свастики финны поменяли на бело-синие круги. Но имя графа осталось увековеченным. Оно всегда было написано на борту одного из истребителей ВВС Финляндии. Эту традицию финны нарушать не собираются. Первый самолет прослужил недолго, всего лишь чуть более месяца. Он разбился в апреле 1918 года. В музее авиации Финляндии в городе Тиккакоски демонстрируется его отлично выполненная копия. Зато все остальные экспонаты в этом музее подлинные. В период между двумя мировыми войнами Финляндия закупала самые разные типы самолетов, правда, всегда в небольшом количестве. Это были французские «Гурду-Лизер» и «Маран-Солнье», английские «Авро», «Мартинсайды» и «Де Хевеленде», немецкие «Фоки-Вульфы». Основным истребителем в войне с Советским Союзом зимой 1939-40 года был голландский «Фокер Д-21». Из-за неубирающихся шасси он был похож на ворону. Так его финские пилоты и называли. В начале Второй мировой войны финны испытывали такой сильный дефицит в истребителях, что начали строить собственную версию американского самолета «Брюстер Б-239». Фюзеляж у него был металлическим, а крылья деревянными. Материалов остро не хватало. Двигатель на финский «Брюстер» ставили советский, М-63, конструкции Швецова. Некоторое их количество прислали немецкие союзники. Ничего хорошего из этой затеи не вышло. Самолет еле набирал скорость 400 км в час. Но, несмотря на тихоходность, в результате резких маневров самолет мог просто потерять свои деревянные крылья. Гибрид прозвали «Хуму» — «безрассудный». Так что воевать финнам было просто не на чем, пока немцы не начали в 1943 году продавать союзникам мессершмитты БФ-109 Г-2 и Г-6. Всего было куплено 162 таких самолета. На них финские летчики были вполне конкурентоспособными в боях со своими советскими противниками. Мессершмитты оставались в строю целых 11 лет. Последний полет этого самолета в составе ВВС Финляндии состоялся в марте 1954 года. Во время войны финны попытались сделать собственную версию мессершмитта. Истребитель назвали «Пюремирский» — «Ураган». Винтомоторную группу взяли от немецкого самолета, а планер сконструировали сами. Самолет получился удачным. По скорости не уступал мессершмитту, а по маневренности превосходил его. Но на свет появился лишь один единственный экземпляр «Урагана». Испытания «Пюремирские» закончились лишь в 1947 году, когда стремительно наступала эра реактивной авиации, да и запас немецких двигателей решили поберечь для поддержания в рабочем состоянии мессершмитта. В начале 60-х годов 20 века наступило время реактивных самолетов советского производства. Финны купили 4 бомбардировщика Ил-28 в варианте разведчика. Эти самолеты служили до 1981 года. В финских ВВС их называли «Никитами» в честь тогдашнего советского руководителя.
Долгих 35 лет основным истребителем военно-воздушных сил Финляндии был прославленный МиГ-21. Его карьера в этой стране началась в апреле 1963 года и закончилась в марте 1998. Всего на два года дольше прослужил его соратник по охране финского неба – истребитель шведского производства Saab J-35 «Дракен». Оба этих самолета пользовались заслуженной любовью местных пилотов. Я любил пилотировать МиГ-21. Он был очень быстрым и обладал прекрасной маневренностью. Я любил даже его запах. Он сильно отличался от запаха самолетов западного производства. Но время идет, и в конце 80-х мы начали изучать возможность замены «Дракенов» и «Мигов». Кандидатами были и «Мираж-2000», и «Саап J-39 «Гриппен», и F-16. В конце концов был выбран F-18 «Хорнет» американской фирмы «Макдоналд Дуглас». По словам высокопоставленных финских военных, F-18 «Хорнет» выиграл конкурс благодаря лучшему соотношению стоимость-эффективность. Этот критерий включает в себя как цену, собственно, самолета, так и затраты на эксплуатацию. Кроме того, «Хорнет» лучше всех показал себя в ходе испытаний в зимних условиях. С 1995 года истребители F-18 «Хорнет» начали поступать на вооружение ВВС Финляндии. Перед тем, как сесть в кабину американского истребителя, финским летчикам необходимо научиться летать на другом самолете. С 1980 года английский самолет «Хоук» используется в финских ВВС в учебно-тренировочных целях. «Хоук» создавался как учебно-тренировочный самолет для ВВС Великобритании. Их поступление в строевые части началось в 1976 году. Самолет предназначался для углубленной подготовки молодых летчиков, для которых он становился их первой реактивной машиной. «Хоук» получился очень удачным и заинтересовал покупателей во многих странах, тем более что некоторые модификации могут выполнять и боевые задачи в качестве истребителей и бомбардировщиков. В конце 70-х Финляндия купила лицензию на производство 50 «Хоуков» МК-51. Эта модификация является учебно-боевой. Самолеты могут нести вооружение на подкрыльевых узлах подвески. Но используется он только как учебный. За три года обучения в военно-воздушной академии кадеты должны налетать на нем не менее 100 часов. Летают на «Хоуке» и многие опытные летчики для того, чтобы не потерять навыки. Эти пилоты налетали сотни часов на «Мигах» и «Дракенах», но на «Хорнеты» их не взяли, дали дорогу молодым. На пенсию им тоже рано, так что приходится заканчивать свою летную карьеру на самолетах, на которых она начиналась. Ну а молодежь служит на вполне современной технике. Всего на вооружении ВВС Финляндии 63 F-18 «Хорнет», 56 одноместных и 7 двухместных модификаций. Все одноместные F-18C построены по лицензии в Финляндии, а двухместные F-18D сделаны в США. В городе Куопио базируется 31-я истребительная авиационная эскадрилья ПВО. Она входит в авиационное командование Карелии. Авиационное командование – основная тактическая часть, объединяющая все авиачасти того или иного территориального командования, в данном случае восточного. И военные, и гражданские летчики используют одну и ту же взлетно-посадочную полосу. Ангары с учебными и боевыми самолетами расположены буквально в сотне метров от здания аэропорта. «Хорнеты» хранятся в сооружениях, мало напоминающих капитальные, однако внутри них тепло даже в сильные морозы и чисто в любую погоду. Как и в других войсковых частях армии Финляндии, здесь никто никуда не спешит, но все постоянно что-то делают.
Техникам, готовящим двухместный «Хорнет» к вылету, разумеется, не так комфортно, как их сослуживцам в ангаре. Но вряд ли они обращают внимание на мороз и ветер. Летчики проверят подготовку самолета во всех деталях. Сегодня опытный летчик в первый раз вывозит своего молодого коллегу в учебный полет. В течение года кандидату в пилоты «Хорнета» нужно будет налетать 120 часов на «Спарке» и на одноместном истребителе. Только после этого будет принято окончательное решение, будет он нести самостоятельное боевое дежурство или нет. 18-летний. Мне было 18 лет, когда я решил стать летчиком, хотя любил самолеты с детства. Сначала я учился на винтовом самолете «Винка», потом на «Холке», успел полетать на «Миге-21» и вот теперь на «Хорнете». Чтобы стать хорошим летчиком, мало иметь подходящее здоровье. Нужно уметь концентрироваться на многих вещах одновременно. И, конечно, без сильной воли и умения принимать решения ничего не выйдет. F-18 «Хорнет» — палубный истребитель. Он представляет собой свободно несущий средний план со складывающимися крыльями. На финских «Хорнетах» остались и носовое шасси, приспособленное для старта с катапульты, и тормозной крюк для посадки на авианосец. Тем не менее, как утверждают летчики, этот самолет отлично выполняет функции перехватчика и вдали от океанских просторов. Но в боевой подготовке финских пилотов не все так уж безоблачно. Если молодые летчики получают вполне достаточную летную практику, то строевые летчики сейчас имеют средний годовой налет около 80 часов. Одна из главных задач – поднять этот показатель хотя бы до 100 часов. Но пока эта проблема решается, финские летчики занимаются тем, чем и должны. Контролируют обстановку в небе над своей страной, ведут воздушную разведку, учатся отражать налеты авиации условного противника и совершенствуют взаимодействие с другими видами вооруженных сил. И, конечно же, надеются, что командование найдет для них возможность летать побольше. Впрочем, это желание объединяет летчиков многих стран, в том числе и наших.